Переговоры в Сюнике стартовали, и их ведет командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Об этом, как передает канал 13 в беседе «Спутник Армения», сказал заместитель руководителя общины Гурис Менуа Овсепян. Вчера переговоры не дали результата, и сейчас они продолжаются, отметил Овсепян. По данным агентства, Рустам Мурадов еще на 6 месяцев останется командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе. Накануне азербайджанский МИД заявил, что в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, в приграничных с Арменией районах Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана, освобожденных от оккупации, с улучшением погодных условий в регионах, имеющих сложный горный рельеф и климатические условия, азербайджанские пограничные силы размещаются на принадлежащих нашей стране позициях. Этот процесс выполняется в обычном режиме и систематически. Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана отметили, что мероприятия по усилению системы охраны границы, осуществляемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, проводятся на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном.